Медийным людям я не верю. Хотя бы потому, что даже фотографии свои нормальные не публикуют. Вот так увлеклась фотошопом, нос тоненькая полосочка. А дальше я покажу еще хлеще фотография. А тут вообще носа не видно. Нет носа. Лицо, как говорится, непонятного человека. И вот лицо реальное. Зачем верить людям медийного пространства? Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом расчетный счет.